любишь по-настоящему, ты любишь не за что-то, а просто так, всем сердцем и душой. Я люблю свою Беларусь, потому что я в ней родился, и это моя родина. У меня есть учитель Оксана Николаевна в школе в первом классе. Она у нас по всем урокам, только кроме физкультуры. Это. По физкультуре у меня в школе обычно Виталий Викторович звали. В продленке Ирина Яковлевна. В музыкальной школе у меня там, я ходила на театральный кружок, Галина Геннадьевна. Всякими вещами полезными учат. Природа мне нравится тем, что мы на шашлыки ходим или... Например, у бабушки Люды там на природе я играю, там есть травка. Мне нравится белорусская природа, потому что в ней много цветов, много травы зеленой, много листьев, много деревьев, много свежего воздуха. 22 июля 2012 года был запущен первый искусственный спутник в Беларуси. Это позволило моей стране стать космической державой. Беларуси спутник нужен. Вот если угроза какая предстоит Земле, это, то ученые уже смогут найти планету и удобную для жизни. И просчитают, хватит ли топлива для этого космолета. И я очень люблю космосом увлекаться.